Два золота и одну бронзу привезли шимкентские бадминтонисты. На престижном республиканском турнире топ-12 в Алматы южане произвели фурор, опередив достойных соперников. В этом соревновании по традиции участвуют только лучшие бадминтонисты страны – 12 парней и 12 девушек. От нашей области выступили 3 спортсмена. Вся трудность этого турнира, что играется именно по круговому теннису. То есть за 4 дня вам надо отыграть 11 встреч, это очень большая нагрузка, очень тяжело. Вот. И в итоге через вот, отыграли, в итоге следующее, что у нас в активе 2 золота, значит, уже еще первое место завоевала Сорокина Вероника, у мужчин первое место занял Ниязов Артур. Также Филипчук Ульяна заняла 3-е место, взяла бронзу. Артура Ниязова называют ведущей ракеткой Казахстана. Почетное звание он оправдал. Его копилке золотая медаль. Соперники были, как сказать, не такие уж сильные, не такие уж слабые. Да? Средние между этим. Вот так. В принципе, мне не составило большого труда занять первое место, так как я был уверен в своих силах, уже чувствовал то, что займу первое место. Бадминтонисты отправятся на чемпионат Азии по бадминтону, который пройдет в середине апреля в Китае.